В Новосибирской области создают цифровую платформу для поиска бизнес-партнеров. Проект призван помочь предпринимателям найти нужного поставщика или разместить запрос об услуге. Кроме того, молодым предпринимателям региона обеспечат более легкий старт. Наряду с мерами поддержки крупных заводов в регионе введут аналогичные гранты для малых предприятий. Но с условием их должны создавать именно молодые бизнесмены, чей возраст не превышает 25 лет. Они смогут рассчитывать на помощь от государства до 500 тысяч рублей. Финансовая поддержка в виде грантов молодым предпринимателям. Новая мера поддержки, которая была принята буквально весной этого года правительством Российской Федерации, Минэкономразвитие внесло эту меру как антикризисную, и, соответственно, она была одобрена правительством, и бюджеты практически всех регионов получили средства.